Предлагаем вашему вниманию серию видеозанятий по балетанцу от школы восточного танца Тиара. Сегодня мы с вами разберем небольшую связочку. Но прежде чем начать ее разбирать, давайте посмотрим на движение, которое называется восьмерка. Восьмерка выполняется на мягких коленях, слегка согнутых. Ручки раскрывайте. Следите, чтобы ваши плечи не поднимались высоко. Подбородок приподнят. Представьте себе, что вы рисуете вертикальную восьмерочку своими бедрами. Работаем голеностопом, чтобы движение выглядело мягким и плавным. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Отлично. В нашей связке движение будет выглядеть следующим образом. Два полукруга с одной стороны, два полукруга с другой. Или двойная восьмерка. Попробуем. Семь, восемь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Отлично. Мы готовы к тому, чтобы начинать нашу связку. Двойная восьмерочка будет выполняться в шаге. Шаги делаем небольшие и аккуратные. Приготовились. Семь, восемь, раз, два, три, четыре. Следующее движение – это оттяжка. Переносим вес на правую сторону. Пять, шесть. Следите, чтобы шея ваша была расслаблена. Это будет выглядеть очень красиво. Еще раз. Пять, шесть. И поворот вправо, поскольку у нас свободная правая нога. Руки над головой. Семь, восемь. Еще раз повторим еще раз. Семь, восемь. Раз, два, три, четыре. Оттяжка вправо, влево. Семь, восемь. Чуть быстрее, и мы можем идти дальше. Семь, восемь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Следующее движение. Шаг, арабеск. Свободная у нас правая нога. Наступаем на правую ножку, вытягиваем левую. Следите, чтобы у нас очень был натянут. И колено выпрямили. Шаг, арабеск. С левой ноги то же самое. Шаг, арабеск. Движение будет выполняться чуть-чуть побыстрее. И будут добавляться руки. Давайте посмотрим. Семь, восемь. Шаг, арабеск. Шаг, арабеск. Отлично. Еще раз. Семь, восемь. Раз, два, три, четыре. Свободная правая ножка. Полкруга тазом вправо. Пять, шесть. Дальше. Семь. Захлёст левой ножкой, левой рукой легла на талию. Поворачиваемся. И восемь. Еще раз. Старовыска. Семь, восемь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Семь, восемь. Делайте поворот на полной стопе, чтобы не потерять равновесие. Соберем готовые две восьмерочки. Семь, восемь. Раз, два, три, четыре. Оттяжка вправо, влево. Поворот. Шаг, арабеск. Шаг, арабеск. Пять, шесть, семь, восемь. Отлично. Чуть быстрее. Будем двигаться дальше. Семь, восемь, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Следующее движение называется возвратный шаг. Обратите внимание на ноги, как он выполняется. Вперед и назад. И вперед и назад. И поднимемся на полупальчики. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. И добавим качалочку. Качалка выполняется на расслабленных бедрах. Не напрягайте мышцы. Расслабили. И попробуем в шаге. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. В нашей связке мы выполняем возвратный шаг с качалкой на 4 счета. Приготовились? 7, 8, 1, 2, 3,
четыре. Еще раз и дальше. Семь, восемь. Раз, два, три, четыре. Вы остались весом на левой ноге, значит, свободная правая. Шаг. Левая нога в сторону. Левая ручка идет к лицу. Поворачиваете лицо в сторону левого бедра, поскольку оно выполняет круг. Еще раз. И круг. Хорошо. Приготовились выполнять связку с арабеска. Семь, восемь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Обратный шаг. Раз, два, три, четыре. Шаг нога в сторону, круг бедра. Отлично. Давайте вспомним всю нашу связку сначала. Семь, восемь. Раз, два, три, четыре. Вправо, влево. Поворот. Шаг, арабеск. Шаг, арабеск. Полукруга. Вправо, семь, восемь. Раз, два, три, четыре. Шаг нога в сторону, круг бедра. И нам с вами осталось разобрать последнюю восьмерочку. Итак, мы с вами остановились вот в таком положении. Свободная левая нога. Начинаем идти с левой ноги, с шагом, с волной. Когда вы выполняете волну, следите за тем, чтобы она начиналась не от подбородка, не от шеи, а от груди. Это будет выглядеть очень изящно и очень красиво. Итак, приготовились. С левой ножки. Два шага с волной. Семь, восемь. Раз, два с правой. Три, четыре. У вас будет свободная левая нога в этот момент. Вы носите ее вперед. Пять, шесть, семь, восемь. Мы выполняем здесь коленную тряску. Колени должны быть свободны. Мышцы не напряжены. Только тогда тряска будет выглядеть крупно, свободно и расслабленно. Стоим. На полной стопе левой ноги руки плавно поднимают вверх по направлению к зрителю. Отлично. Еще раз повторим эту связку, эту восьмерочку с левой ноги. Шаг с вами. Семь, восемь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Давайте вспомним нашу связку с самого начала. Приготовились. Семь. Восемь. Раз, два, три, четыре. Вправо, влево, поворот. Шаг, арабеск, шаг, арабеск. Полкруга вправо. Семь и восемь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три. Раз, два, три. Пять, шесть, семь, восемь. Давайте попробуем станцевать нашу связку под музыку. Мы желаем вам быть здоровыми, красивыми и танцевать вместе с театром.